проезжаю несколько остановок и остановились. Здесь останавливаться в данном случае запрещено. Потому что знак, да? Потому что знак, ты не доехала до перекрестка, который впереди тебя, буквально 10 метров. Вот тебе ошибка на экзамене, поняла? Нельзя здесь было останавливаться. В данном случае. Ну, не скорость была больше. Выбираем место для остановки. Я тебя погонял. Там знаки везде, остановки запрещено. Поехали. Понимаешь? Ты не видел? В левый ряд уходи. Вот видишь, эти знаки стоят. И туда, и там он стоит. Знак конец полосы о чем говорит? Что мы смещаемся в левую полосу и включаем при этом поворотник, зеркало смотрим. Да уже-то что, ты уже и так по полосе едешь. Ну а с какой скоростью ты сейчас едешь? Так этот перекресток был. А протяженность знака 300 метров было? Посмотришь, было или не было. Не оставаться в этой полосе? А? Оставаться в этой полосе? Ну, можешь в правый ряд перестроиться. Пока не могу. Или мне набрать скорости? Я не знаю. Знак какой ты видишь? Вроде пока никаких. А, никаких знаков нет. А сколько скорость у тебя какая? Меньше 60. Меньше 60. Ну перестраивайся, что ты. А вот тот знак, где главная дорога, и второй знак. Теперь... Что это знак? Что он означает? Что уже отменяется. Отменяется. Значит, что там было? Подождите. Я подожду. Что там было? Ограничение скорости 40 км в час. Ты светофор поехал. Вот он светофор. И у тебя получается нос автомобиля перед ушел за колонну. Понимаешь? Останавливаться нужно раньше. Выбираем место для остановки. Поехали, там знак стоит, остановка запрещена. Тихо, не газуй, машину пропусти. Поехали. Выбирай место для остановки. Там же уже нельзя, да? Почему? Ну они там стоят так хорошо. И что? Нас было трое и нас было много. Мы могли.
мешать. А то, что знак остановка запрещена, нет? То есть они там остановились? Не сдали экзамен, конечно.